Hallo. Hallo, jetzt. Всех приветствую на канале Андрея Кёльна. Сегодня у нас будет на обзоре вот такая подушка гипоаллергенная Wellpur. Название ВОЗ. ВОЗ — это белый со скандинавского языка. Покупалась данная подушка в магазине Юск. Юск. Ну, в принципе, вы в Китае тоже можете найти такую подушку. Ее параметры 30 сантиметров на 50 и на 10 седьмой частью сантиметров получается. Давайте прочитаем, что на русском у ней пишут. Так, тут вот сзади есть множество языков, но нас интересует только русский. Ру. Wellpur — сон, приносящий здоровье и благополучие. Просыпайтесь отдохнувшими и свежими с Wellpur. Содержит пенный наполнитель с эффектом памяти, который равномерно распределяет давление, в точности повторяет очертания вашей головы, благодаря чему шея и плечи занимают естественное оптимальное положение. Подушка предназначена для сна на боку и на спине. Чехол изготовлен из мягкой бамбуковой вискозы. Подушка сертифицирована в соответствии с OECOTEX стандартом 100. Новое изделие может иметь легкий запах после производства, он абсолютно безвреден и со временем исчезнет. Внутренняя часть — литой пенный материал Air с эффектом памяти, чехол 67% полиэстер, 33% вискоза бамбук. Рекомендуется стирать при температуре 40 градусов. Сделано в Китае, произведено для Юск. Сойдальшпаркен. Бранд. Да, это Скандинавия, скандинавский бренд, вроде Швеция даже, вот такая подушка. Давайте же мы откроем ее. Я уже, получается, на ней спал несколько раз. Такой пакетик, так аккуратненько, так аккуратненько. Без лишних движений. Чехол. Чехол из вискозы. Так, давайте посмотрим на чехол. Чехол вот такой обычный. Подушка вот с эффектом памяти Wellpur. Вот, получается. Такой. Так, сразу выпал у нас гель, вот такой гель Do Not Eat, Desiccant, силика гель, такой обычный гель. Я обычно вот пробовал спать уже на подушке, вот так получается, это большая часть, я вот так сплю, вот, эффект очень хороший прям, эффект памяти, ну попробовал я уже несколько раз. Первый раз вообще непонятно, неудобно, некомфортно. Второй, третий раз пробуешь, привыкаешь уже и комфортно. Я скажу, подушка как подушка, только более расслабляет вот наши спины, мышцы и плечи, голову и шею. Для меня это очень важно, потому что у меня за целый день отекает шея, потом спина хрустит вдоль всего поясничного отдела суспинного. Вот так подушка. Рекомендую. Ссылочку дам в описании. Подушку спать можно хоть так. Ну, очень комфортно. Вот, вы спите. Можно даже вот руку показываю вот так. Спать. Все. Комфорт. Я даже вот, когда спал, я не вытаскивал с вот этого чехольчика. Потому что это вискоза, чем она не навредит. Подушка постоянно в чехле. На нее еще одну я одевал, получается, наволочку, чтобы для более комфортного сна все было. Стирать тоже рекомендую в данном чехольчике. Вот. Чехольчик закрывается у нас даже вот. Вот так.
На него еще одну наволочку. И вообще, суперски все будет. Для комфортного сна рекомендую купить. Все-таки цена по скидке была. Очень хорошо обошлась. Где-то 550-650 гривен. $20, в общем. Или 20 евро пускай будет. И вот, комфортный сон. Вот, всем рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте свой грозный лайк. Удачи, до новых встреч, всем пока-пока.